Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Сегодня речь в нашей передаче пойдет о возбужденном состоянии. Софи из Франции, я специально для тебя снимаю эту передачу, специально подгадал такой момент. Что такое возбужденное состояние, мы поговорим сегодня, и что с этим делать. Две недели назад я свою любимую супругу Юлю и дочь Александру отправил отдыхать к бабушке в деревню. Ну и, соответственно, с ними отправил своего лучшего друга, охранника Акбара. За две недели он от меня отвык. Сейчас прогнозируемое состояние его будет возбужденное состояние. То есть, когда я приеду, он будет радоваться, что, собственно говоря, как ты говоришь, и происходит с твоей собачкой. Разница лишь только в том, что собачка моя сейчас находится вне обычном для себя месте, то есть нестандартном месте. То есть, когда я прихожу домой, собачка умеет меня себя вести, она ведет себя спокойно, адекватно. Сейчас она находится в нестандартном для себя месте и не видела меня две недели, соответственно, сейчас эмоции будут ее переполнять. Что с этим делать, ты увидишь на практике. Софи, ну самое главное здесь, что я хотел сказать. Самое главное, когда ты приходишь домой, и прежде чем открыть дверь своей квартиры, ты должна прийти в стабильное эмоциональное состояние спокойствия. То есть, ну, досчитай до 10, подумай о чем-то, не о том, что сейчас что ты будешь видеть неадекватную возбужденную собаку. И самое главное в этом во всем, не надо поощрять возбужденное состояние. Я сейчас больше буду снимать себя для того, чтобы ты видела, как вести себя нужно. То есть собачка будет не в адеквате, это понятно. Мы тоже там момент этот снимем. Но больше я буду снимать себя, чтобы ты видела, что ты должна пребывать в спокойном состоянии и не поощрять это возбужденное состояние, которое будет демонстрировать тебе твоя собачка. То есть, когда она успокоится, тогда ты уже с ней поддаешь, тогда ты к ней подойдешь, поздороваешься, погладишь ее и поощришь спокойное состояние. Собачку всегда нужно гладить в спокойном, стабильном состоянии. Сейчас мы увидим возбужденное состояние, как я думаю. Собака услышала. По-хорошему, вы не должны обращать внимания на это вообще. Заходите, занимайтесь своими делами, пока собака не успокоится. Но здесь может быть один такой момент, что у вас находится ребенок дома, вам нужно ее быстро успокоить. Вам нужно просто ее переключить. Не обращайте внимания. Собачка вот она, возбужденная. Очень радуется. Я к ней не подойду, пока он не успокоится. Не обращаем внимания, не поощряем возбужденное состояние. Сядь. Вот, собачка успокоилась. Сейчас мы переключаем ее внимание на то, что мы сейчас пойдем с ней и погуляем с собачкой с нашей. Алло. Сразу показываете то, что вы вожак. То есть вы что-то требуете от нее. И так, собственно говоря, нужно делать, ну, практически в любой ситуации. То есть пришли вы домой, собачка возбужденно радуется. Собираетесь вы на улицу, берете поводок. Не одевайте никогда ни ошейник, ни намордник не одевайте, пока собачка не успокоится. В дальнейшем вам будет проще. То есть, когда в машину сажаете собаку, она тоже начинает истерить. Пока собака не успокоится, не примет состояние полного душевного равновесия, то есть спокойствия, никогда даже не подходите. То есть, когда вы начинаете подходить, здороваться, это не надо для собаки. Она немножко по-другому этот мир видит. Когда вы перестанете воспринимать собаку как человека, тогда у вас решатся все абсолютно проблемы. То есть собака успокоилась, после этого вы одеваете намордник, ошейник, идете на улицу гулять. Собака успокоилась, тогда вы поощряете это, ну, спокойное состояние. Собака успокоилась, тогда вы одеваете, тогда выпускаете ее в машину. То есть нужно действовать именно так. Акбар. Молодец, хорошо.
И вот сейчас я только разрешу ему тогда, только после этого он пойдет. Иди гуляй. Ну, на этом сегодняшняя наша передача заканчивается. С вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. А вот в действии, как мы видим, метод, основной метод дрессировки, который звучит именно так: хорошее поощрять, плохое не замечать. Не надо наказывать собаку, не надо долбить ее. Вот некоторые делают именно так, поступают. Просто проявите терпение. Собака успокоилась, вы ее поощряете либо прогулкой, либо игрой какой-то, либо подкормкой. Доверие и уважение, и у вас все получится. Спасибо.